Здравствуйте, девочки. Вот я стою перед витриной Max & Co. Это, по-моему, третья линия Max Mara, как я понимаю, как я поняла. И мне нравятся все эти три пальто, особенно в середине белое пальто в цвете панна. Сметана. Модели соседних пальто тоже нравятся, но лично для меня такой цвет не пойдет, темно-зеленый. Малахитовый, да, считается. Мне идут вот такие вот светлые тона. Смотрите, какая сумочка интересная. Сделана под Louis Vuitton. У Louis Vuitton сейчас таких сумочек много. И смотрите, какие ботинки. Я не могу понять, эти ботинки, что в дождь ходить, потому что они вроде имеют даже калоши резиновые. Сейчас мы оценим это пальто, сколько оно стоит. Сколько стоит это пальто? $469 стоит. Ну, за $469 я надеюсь, что очень много натурального материала. Натуральные тесуты, потому что дороговато, если бы это было просто синтетика. Вот это вот, наверное, какие-то немцы или австрияки, потому что слишком высокие для итальянцев. Всем привет от Жасминки Витаминки. Больше не буду делать видео, потому что мне надо собираться.